экспертное заключение. А еще Парайба символизирует собою начало нового этапа в жизни. Вы меня, конечно, извините, но здесь не брачное агентство. И не эзотерический салон. Здесь оценочная фирма. Разумеется, Федор Юрьевич, но ведь одно другому не помеха, правда? Ошибаетесь. Анна Игоревна, можно вас провожу? Давайте. Давайте я вас сумку принесу. Да нет, она не тяжелая. Можно вас передать? Дайте вас сумку вашу принесу. Она не тяжелая. Он с женой развелся и с тех пор злится на всех женщин. Может, вам действительно послать вашего Федора Тирана куда подальше и всерьез заняться вашим блогом? Если нужна финансовая поддержка, я готов. Петр чудесный. Он даже камни ради тебя собирать начал. Сахарный он какой-то. Не то что Федор. Банальный тиран. А если он меня уволит, ты думаешь, с моей профессией легко найти работу? Его бесит каждое мое слово. Молчат. Прекратите эту хиромагию здесь разводить. Немедленно пропустите камни через прибор. Ну-ка села и проверила еще раз. Ну, я спасал не вас. Я спасал семьи. Колдовство, роскозни, все это чушь, это хорошо для блога. Завтра мой последний день работы в Сапфире. Это же сердце Бонапарта! Подлинный! Меня спрашиваете? Просто растерялась. Я никогда такой драгоценности в руках не держала. Он исчез. Кто? Бонапарт.